Все, что было в прошлом, прошлые поездки мы забываем. И теперь мы творим реальную жесть. Жесть, которую мы видели по дороге и решили сделать сами. Экспресс-тест! Мы сцепили две машины на таможенном транзите и повезем их через всю Россию 10 тысяч километров. Пока что серьезных проблем не было. Возможно, они будут. Объясню вам конструкцию, что мы собрали и как это едет. В качестве тягача Альфард 3 литра на автомате, рестайл. Видео про эту машину нету и не будет, она идет под клиента. Как говорят во Владивостоке, на люках, неведовая, очень симпатичная. Бампер лежит в багажнике. Проехали уже 3500 километров. Видны следы эксплуатации нашей конструкции. Фит грязненький, но не покоцанный. Защита работает. Как это выглядит? Здесь у нас петля. Петля была смазана. Износ будет виден через 10, уже не через 10. Износ будет виден через 6500 километров. Фит у нас на плавающей конструкции. И все это на ямах прекрасно амортизирует. Фит 1.3 с минимальным пробегом, с небольшими косками по кузову. Он будет в продаже с некоторым дисконтом. Ну, по дисконту в личку, по телефону. Ну, цена будет привлекательная. Ничего страшного с ними случится. Будет видео отдельное по нему. Ну и самое главное, задавайте свои вопросы. И вторая часть этого видео будет с ответами на них. До новых встреч!